Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Посмотрел я тут спидран Резидента 4-го. Ну, вот строго до того места, где я сейчас нахожусь. Дальше я, естественно, не смотрел, потому что какой смысл портить себе все. Вот. И по итогам могу сказать следующее. Конечно, блин, легко, как говорится, все это делать, когда... Так, а куда мне вообще надо идти-то? Легко это все делать, когда игру уже миллион раз прошел, блин. А, ну да, глаз, точно. Кто бы, собственно, сомневался. Тогда и знаешь, где что пропустить можно, где что взять нужно. Вот, и так далее. И про Эшли эту особо можно и не думать. А когда играешь так, как я, типа, первый раз, блин, ну ё-моё. Во-первых, я не люблю пробегать... Надо же, никаких врагов, какая странность. Пробегать мимо всего, да, то есть, типа, ну, если я играю survival horror, в хоррор первый раз особенно, в моем понимании, это типа из серии «Оббеги все, сохранись там везде, и только тогда иди дальше». Ну, типа, «Оббеги все, собери все, сохранись и беги дальше». Вот, мне претит как бы оставлять что-то, когда на карте там... Сокровища какие-то, если, конечно, я не могу в силу тупости догадаться, как его там достать, ну, хер с ним. Я еще могу как-то себя пересилить и оставить его там в итоге. Но если я вижу звездочку на карте, которая обозначает в данном случае сокровище, то мне хочется его подобрать. И так и во всем, то есть, типа, ну да, я вижу выход. Я знаю пароль, как говорится, я вижу ориентиры. Что-то там любовь спасет мир, но не суть. Типа, если я знаю, что я могу пробежать, ну, я знаю, что там еще могут ништяки всякие быть. И поскольку игру я не проходил еще, то я не могу знать, какие ништяки я теоретически пропускаю. Поэтому, как бы, ну да, прикольно, конечно, что можно игру пройти за 2 часа, блин, но в моем случае это вообще не, ну, не актуально. Это просто не показатель ни хера. Вот. Опять же... Я не знаю, в каком месте там нужно начинать отстреливать, в каком месте не нужно отстреливать. Если бы я хотя бы один раз игру прошел, я бы знал все эти вещи более-менее. Вот сейчас они стоят, вот понятия не имею, вот что они там стоят, суки тупые. По идее, я, наверное, могу вот сейчас пробежать мимо. Ну давайте пробежим мимо без затей. А, хера лысого пробежал один такой, блядь. И что бы вы мне предлагаете с этим всем сделать? Я не знаю. Они рассчитывали, что я буду стрелять по нему или что? Или мне надо было спрятаться? Мне казалось, что там вполне достаточно места для того, чтобы прижаться к стенке, типа, и дать ему проехать нахер на своей трандулете. О, окей, подожди. Булыжник, может, ему надо. Вот опять же, вот, ну вот откуда я знаю, что здесь... Что они имели в виду, блин? Водилу пристрелить там или что? Что вы хотите от меня? Водилу пристрелить, наверное. Других вариантов-то я не вижу. Правда, грузовик, скорее всего, при этом дальше поедет. Ну да. А, нет. Окей. Кто бы мог подумать. Нахер вы пошли? Это они сзади из грузовика вылезли? Я даже знать не хочу. Да, это они сзади вылезли из грузовика. В этих бочках, ну, хорошо, когда ты знаешь, где что лежит, а когда нет. Как бы тоже, мне же хочется, я не люблю оставлять такие вещи. Как я могу оставить целую бочку, в которой, возможно, там, 2000 баксов? Или 3000 баксов, или даже 5000 баксов. Перейдем мост. Ну, вот здесь было в целом понятно, что, наверное... Ну, возможно, таких мест много, где можно подумать головой и понять, что, типа, следует просто пробежать. Наверное, так, да. Гомосек-то говорит.
сука, пусти, говорит. Отпусти меня, чудо-мост. Ну да, чаптер 3.1. Что-то меня много раз убили. Ну спасибо и на этом, хоть до 3.1 я уже дошел. Осталось еще 4.1 и 5.1. Зашибись, тема вообще. Ну да. Точно так же ты, типа, ну, я заметил, да, что он в основном гранатами там херачит. Для того, чтобы херачить гранатами, нужно знать, как они работают. Я не знаю, блин, типа, ну... Поэтому, ну, короче, слишком дохрена нюансов, которые задерживают. Вот. А количество времени, где нужно подумать головой, у меня строго ограничено, потому что если я буду по поводу каждого сраного решения думать по полчаса, блин, то у меня видосы будут занимать каждые полтора часа. А оно кому вообще надо? Даже мне это не надо, блин, не говоря уж о всех остальных. Вот. С тем же Эльгиганта со вторым. Ну да, типа, если знаешь, что его можно вообще напрочь пропустить... Это, конечно, весело и прикольно, но я-то откуда об этом знаю, блядь. Мне, опять же, мне пришлось бы потратить, блядь, ты сука, на 20 минут времени больше, чтобы все это узнать, типа, ну, да. А кому от этого легче, что я это узнаю, блядь? Да это же 20 минут все-таки в нашей с вами унылой жизни. Вот как-то так. Вот такое мое мнение, конечно, может, я где-то не прав, но, блядь, типа... То есть то, что в игре заложена возможность пройти мимо там 500 врагов, не оправдывает тот факт, не оправдывает вообще факт наличия этих 500 врагов как таковых. Понимаете, о чем я? То есть в логике в этом нет, она отсутствует полностью, бля. Так и знаете. Это, конечно, круто, что их можно пропустить, но если... А, ну, их могло бы и не быть. Поезда? Наши поезда, самые поездатые поезда в мире, да. Окей. Wait. Подожди-ка здесь на всякий случай. Что это все значит? Понятия не имею. Но здесь они меня вряд ли достанут. Беги сюда. Wait. Жди здесь. Так, куда мне надо прибежать вообще? Так, я прибежал оттуда. Мне наверх можно залезть и перестрелять их всех, чтобы они ничего не делали. А можно пройти вообще дальше? Вниз туда. Вот вопрос. Если ты уже один раз игру проходил, ты знаешь, что, допустим, у этих парней на башне ключа нету, блин. И та дверь каким-то другим способом открывается, красная, блин. То есть я, наверное, могу туда сбегать и просто проверить без затеи. Эшли, если что, прибежит. Ну, давайте попробуем. Так, ну-ка, постреляй там еще. Молодца. Поезда, да, я согласен с тобой. Мяу! Нет, она не открывается. Потому что вообще с другой. А-а. Я все понял. А почему ты вдруг одним зарядом начал стрелять? Или ты же стрелял тремя там. Да ты долетишь до сюда или нет? Окей, он до сюда не долетает. Значит, мне надо их перестрелять. И самому воспользоваться катапультой. А это что за смерть с косой? Блядь. А, бронированный мудалан? Окей, я все понял. Ну и где ты там? Где это? Какая сука утащила? Поставь ты, где взял. Они все с железными масками, нет? Окей. Так, ну-ка убейте меня кто-нибудь. Хотя сначала я хочу проверить.
Окей, ее нельзя повредить таким образом, я так понимаю, да? Ну, я просто хотел проверить. Он тебе вопросы задавал. Типа, что будет, если... Ну, я буду стрелять по парню, который... Который забирает Эшли. Типа, что будет? Откуда вы взялись, парни? Убейте меня, семеро. Ну, чё, блин. Когда надо, никто меня не может пристрелить. Ну ладно, раз не хотите, тогда я исследую, что здесь есть. Пока меня не убьют. О, это пушка. Я, ну теперь понятно. Окей, ну, теперь понятно, все, ну, все, все, все. Бочки, это мы потом раздербаним. Осталось только выяснить, откуда два этих мудака пришло, которые Эшли забрали с собой. И все будет пучком. Так, а ты, бронированный у шлепок с косой, ты где вообще делся? Тебя что, пристрелило невзначай? Так, ладно, это все потом. Куда второй делся? Его тоже, что ли? Его ушатало, видимо, катапульты. А, вот подъемный механизм. А сюда они стрелять могут? Видимо, да. Окей. Все, я понял. Я все понял, пацаны. Сейчас мы с вами разберемся и накажем тут, кого попало. Жди здесь, дура. Да-да-да-да-да. Идите нахер. Ага, вот эти два мудня. Ну да. Они пришли... Да ё-моё. Они пришли ровно оттуда, откуда я их ждал. Шикарная композиция. Нахер. Опс. Да, блядь. Не двигайся, тварь. Так тебе и надо. А у вас из башки тоже что-нибудь может вылезти? Хер его знает. Ладно, бочки мы еще успеем раздербанить. Сначала надо с этими пацанами разобраться, которые постреливают там из своих сраных катапульт. Как нам это лучше сделать? По-любому сюда наверх надо, наверное, залезать. Мяу. Нет, мяу не получилось. Блядь, дай ты. Есть? Есть. Так, еще одну бочку я где-то видел. Значит, всего... Но при этом всего их две. Вот она. А катапульт три. Где третья? А, есть еще вопрос вот с этим мужиком. Ну-ка, иди сюда. Да, блядь, какого хера? Кто откуда опять? Офигенно, они слишком ли быстро, блядь? Откуда вы беретесь-то все, блядь? Откуда он взялся? Ёпт. Он, блядь, материализовался где-то или что? Сука, ты тупая, блядь. Хорошо, я тебя приведу туда, где пушка, блядь. Надеюсь, там ты, блядь. Никто не появляется. Откуда он взялся здесь? Просто из воздуха появился? Ну что это за хрень-то? Давай, стреляй уже. Все, свободно. Идиотизм, блин, реально с этой Эшли, блин. Почему нельзя было... Ну да... К тому моменту, как появился этот самый Биошок Инфинит, блин, тупой, на всю голову, блядь. Они наконец-то догадались, что неплохо было бы вообще-то как бы сделать НПЦ с головой, блин, а не без башки, блин, как здесь. Чтобы не надо было вот такой херотой страдать. Вообще, я, наверное, могу ее... Блин, да хер её знает, где ее можно оставить, а где нет, блин, пойди узнай, ёпта, блин.
Они появляются ниоткуда, блядь. Вот, а, они просто пришли, блядь. Вдруг откуда не возьмись. Зашибись, блядь. Суки, два тупых урода, блядь. Ближе подходите, бандерлоги. Блядь, сука, ты мудацкая. Что? Какой я тебе перверт? Иди ты нахер. Это мудила сюда достреливает, да, блядь? Свалил. И все. Блядь, да. Так тебе и надо. Ладно, хер с ним, пол здоровья я положу на алтарь Отечества, так уж и быть. Тем более какую-то траву где-то я уже подбирал. Так что эту херню я могу, наверное, восполнить. Уже два таких камня. Это явно неспроста. Или они просто больше денег дают. Все хрен его знает. Упс. Так, где этот упоротый краснорожий? Мудила. Надеюсь, больше никто не придет, вдруг откуда не возьмись из-за угла. Wait. Гоп, стоп. Мы подошли из-за угла. Там еще две катапульты, ёпта. Золотой браслет. Это тебя ушатало? Похоже, что да. Ха-ха. В общем-то, чего я и добивался. Три таких камня же. Это явно неспроста. Окей. Так, что с вами делать? Где вы там вообще? А, вот там. Каким же раком мне туда... Так, ну ладно, с тобой просто. Нахер пошел. Или там тоже бочка стоит, я просто ее не вижу. Похоже, он сюда стрелять-то и не может вовсе. Или может? Похоже, что не может. У него строго определенный угол атаки. Что-то я там бочки не вижу. Прекрасный выбор, чувак. Где ты там, сука? А, вот так даже, да? То есть они просто с одного выстрела убиваются. Ну, а вообще, спасибо, конечно. Это очень отлично. Это очень хорошо. А, вот так надо было его убивать. Здесь спрятаться, типа, и ушатать. Окей. Вообще, я надеялся, что надо... Ну, не надеялся, конечно, тоже геморрой тот еще. Что вместо пушки ушатать ворота просто, ну, бульником от катапульты. Типа, вызвать огонь на себя. Фойер! Я воль, майнфюрер. Так, трава в иллюминаторе. Трава в иллюминаторе. Зеленая, зеленая трава. Себе, конечно, нахера мне эта Эшли нужна, блядь, часто. Разбег взял. А Маузер, кстати, мне нравится. Маузер ничего так. Может быть, это на них конкретно Power. Хорошо работает? Понятия не имею. Так, что у нас дальше на повестке дня? Магазин. А сейф далековато. И там что-то нехорошее случится. Ой-ё, блядь. А-а-а! Вы что, охренели? Это что такое? Это что это вот это вот? А что так много-то? Это же я... Я тысячи миллионов часов проходить буду эти места. Определенно. А у меня есть что продать тебе вообще? Копейки. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Кстати, кто-нибудь не может вот
What are you buying? Когда покупаешь... А, большой чемодан. 40 тонн. Blacktail. 1.6 сходу. Broken... 13? Окей. Очень медленно перезаряжается и 6 патронов. Да и хер бы... Стим, 13! Дамаг! 13! Блять. Ну зашибись теперь. Но этот шотган лучше, чем мой шотган. По всем показателям вообще. Ну, окей, по двум. Ага, полуавтоматическая винтовка. 7, блядь. А это что такое? Миномет! Окей. Окей. What are you selling? Так, вот это патроны забери у меня. Я что-то не хочу пользоваться винтовкой, мне так подсказывает что-то. По крайней мере, до тех пор, пока я не куплю, может быть, больше. Больше чемодан. Thank you. Нахер иди. What are you buying? Я неожиданно захотел себе очень мощный револьвер имени товарища Магнума калибра .45. Ептить, firepower. Firepower, блин, 13. Ептить, молотить, это как вообще? А нахера тогда шотган нужен, если... А, даже на длинных дистанциях. Риотган. Он типа стреляет не дробью, а сраными пулями, да. Is that all strength? Yes. Как на клавиатуре развернуть оружие? Я не нашел кнопки, блин. Мне приходится джойстик, блядь, включать для того, чтобы развернуть випон. И я... Вот... Это как, блядь, называется? Кто-нибудь не может в комментах хотя бы сказать, на какую кнопку на клавиатуре разворачивать с вертикального в горизонтальное положение оружие? Что это за чушь, что такая, блин? Кто так делает-то вообще? Мя! Thank you. Так, ну, снайперскую винтовку я не хочу, наверное. Хотя в нее 10 патронов влезает. Я, наверное, хочу 40 тысяч на чемодан новый. А затем я хочу себе... Сколько Red 9? 1.6 дамаг. А у этого херни тоже 1.6. Не апгрейднутый. Охеренно классно. То есть мне нет смысла вообще сейчас пользоваться, получается, магнумом. Если я правильно понимаю эти статы. То есть 1.6 здесь, 1.6 тут. Везде 1.6. Патроны у них одинаковые. Я же правильно понимаю? Я же не тупой, наверное? Наверное, я не тупой. То есть магнум хуже, чем Blacktail. Ну, предположим. What are you selling? А, мой 1.8, потому что. Мой уже апгрейднутый. Да, но тот-то тоже можно апгрейднуть. Блин. Ну, давайте попробуем. I'll buy it at a high price. О, нет, обожди. Давай сравним. Так, будь 2 и 1. А у этого я посмотреть не могу. Но, скорее всего, меньше, чем 2.1. Тогда магнум нет смысла продавать. Наверное, не знаю. Какая у него конечная? Ну, я начинал с 1.6. Точно так же, как и этот. То есть, по идее, конечная сила у них должна быть одинаковая. Насколько я понимаю. Окей. Но ТМП тоже точно мне больше нет смысла апгрейдить. Потому что явно скоро попадется другой. Вот такие вещи, блин, потому... Вот опять же, я нихера не знаю половину из этих вещей, ну типа, что мне надо как-то методом научного тыка. Я могу только предполагать какие-то вещи, блин. Thank you. What are you buying? А как, ну кто так делает? Is that all? Ну, в данном случае я его взял, исходя из тупо обоймы. Thank you. What are you buying? И проверить заодно, наверное. 1.8. Да, они абсолютно одинаковые, но этот быстрее.
То есть, по идее, то есть, у меня был сейчас выбор, либо оставить себе Magnum и сделать 2-1 ему Firepower, что больше, чем у этого пистолета. Пожертвовать обоймой за те же деньги все это получилось бы. Даже дешевле, наверное. Да, даже дешевле. Ну, за те же деньги, ладно, будем считать. Короче, силы у них одинаковые. 2-1, то есть 2-1 я могу сделать, но потом. С этим пистолетом, но потом. Короче, один хер, блядь. В тот момент, когда... В тот момент, когда у меня будет... когда мне попадется новый Magnum, я могу его смело эквипать, короче, забить на эту хрень. Окей. Разобрались, наверное. Леон, вы где вообще? Мы залегли в замке. Ну, похоже, что это было не очень удачная идея. Например, почему? Ну, похоже, этот замок тоже связан с Лос Иллюминатос. У них, наверное, не так много посетителей здесь, так что... Потому что нас тут... Нас встречали хлебом солью, как говорится. Мне нужно... А, что? Повтори. Да, отлично, блин. Ну, я просто... Лашпек. Офигенно. И к чему этот меч блестит там? Платиновый меч. Чё-то мне не нравится такой звук. Это как-то все не к добру. А, или вы мне хотите намекнуть, что в этом замке все будет несколько... Иначе? Блять, я ни хрена не вижу из этой сраной колонны. Пойдем отсюда. Стой тут. А ну выходи по одному. А всем спать. Отвали. Блять, я так и знал. О да, это херня какая-то. Явно больше, чем другая херня. И у меня нету ни одной, блин, гранаты светошумовой. Прям стихи получились. Нету ни одной гранаты светошумовой. Вот такая вот печаль. Придется убивать ногой. Круто. Поезда, поезда. Мы уже поняли, что наши поезда... Самые вообще поездатые в мире. Как ты, сука, тупая. Ну, положи, где взял. Ну, какого хера-то, блядь? Ну, отлично, а какого хера они сзади, блядь, выскочили, ёбаные по голове-то, блин, откуда я должен все эти вещи знать-то? Вот каким раком я должен вообще угадывать, что ли, блядь, каждый раз? Откуда эти мудаки появятся, блядь? Ну что это за чушь-то, ептать, мопсы, блин, вообще. Wait. В какой момент они появляются? Когда я сюда зашел или что? Да, они когда сюда появляются. Сука. Да сейчас я... В смысле, я за тобой не пойду. Да, давай, до свидания. Просто, чтобы быстрее меня загрузили, блядь. Обожаю, блядь, сзади появляющихся врагов, блядь, из воздуха просто, блин, отличный выбор, блядь. Мне уже надоело этим хернёй заниматься, блядь. И этот меч поднимать, и это все говно поднимать. А, ну да, я еще забыл про Песо. Я бы её вообще на улице там оставил. Здесь, жди, блин. Ты чё такой быстрый? Да какого хера вы опять появились? Блядь. А ты где вообще? Да иди, дура, блядь. Вот тут и стоит.
Горите в огне моей ненависти, твари. Понравилось, блядина? Блять, по-моему, у нее из башки что-то вылезло. Определенно. Нахер иди, а ты чё такой особенный в красной робе, блядь? Это типа как красные штаны, блин? Тебе два раза ку надо делать? Да иди, блядь! И отсюда иди тоже. Всем шап, бараны, блин. Три раза пришлось этой хернёй заниматься. Хереть можно, блин. И всё ведь потому, что... Блядь, они появляются, видите ли, сзади. Кто так делает? Не знаю. Но пистолет мне нравится, кстати. Пистолет хороший. Новый. Это дырка или... А, золотой меч в платиновом, платиновой ячейке. И платиновый меч... Я все понял. Это очень мощный пазл. Такой мощный, что даже кушать невозможно. Ну и... Тьфу, блядь. Не, я не понял. Чё? Я перепутал их? Там же золотое было. Или там было платиновое, наоборот. Окей. Значит, я их перепутал. Неважно. Так, значит, сюда платиновый, наоборот, да. Все равно мощный пазл. Просто я нихера не читал надписи. Да, прекрасный выбор. Отличный просто со всех сторон. А интересно, секретники тут всякие бывают? Ну, типа там, стенку отодвинуть или что-нибудь такое. Не? Ну, не вот как сейчас, а вообще в целом. Ну, как Dark Souls. Окей. Вот опять же. Wait. Оставляйте ее здесь и не оставляйте. Не знаю, сзади кто-то появится. Не... А, заставка появится. Прекрасно. Леон! Леон! Луис! Луис! I've got something for you guys. У меня есть кое-что для вас, ребята. Но я это просрал. Oh, а, говно! Наверное, где-то выронил, когда убегал от них. Что уронил? Чего? А, лекарство, чтобы ваши, эти, ваше состояние убрать. Я знаю, что вы переносчики. У вас там что-то там втирали в мозг. А вы, ты, да, да. Яйца вылупились, у нас мало времени. А что ты вообще говоришь? Мне надо идти туда и забрать это, что бы это ни было. Оставайся с Леоном. Он, короче, лучше... С бабами у него получается. Let's just leave it at that. Кто, что, куда, блядь? What the fuck? Это ж лютая бешеная ересь. Окей, мне надо, видимо, найти ключ. Ключ или, скорее, даже рычаг. Закрыто. 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 Окей. Прекрасный выбор. Wait. Блять, это точно не к добру. Вашу Машу, это что было сейчас? Я вообще не понял. Почему он умер с одного? Отлично. Слышь, а чё вы такие с цепами все дерзкие, блин? Уходи. Уходя, уходи. Все, все успокоились. Нет, ты еще жив? Прикольно у них, конечно. Вот эта штука из башки, которая у них вылезает, она, независимо от того, сколько она делает дамага, с точки зрения дизайна, нравится мне гораздо больше. Их можно было всех подзорвать. Ну кто же, блядь, об этом знал? Очевидно, я должен был догадаться, блин.
А, ну, мне надо было просто посмотреть более направо, выйти из-за угла. Но я не смог. Что сейчас происходит? Откуда эти звуки? Откуда-то из-за угла, окей, вот так. Но мне было сыкотно выходить из-за угла, блин, потому что вдруг гоп-стоп. Там какой-то, блин, шебутной, блин, монах бегал упоротый. Я, откуда я знаю, что они хотят-то от меня? А, ну так даже. То есть, ну, окей. Подожди, а куда он? А как он оббежал вокруг, если тут нету... Или он забежал сначала туда, а потом вер... Я уже не помню, как он сделал. Он какую-то херню сделал определенно. Ой, блядь. Follow me. Иди сюда. Что мне с этим делать? Wait. Блядь, да ты тупой урод. Каедло, каедло у тебя там, блядь, да... Да ё-моё, ты уже определись, сука, туда или обратно. Прекращай через двери заходить в эту комнату. Да ты... Падла, блядь. Суки, вы утомили, хер вы разделились-то, твари. Как мне вас взорвать? На, блядь, тварюга! Где ты-то? Получи, блядь, сука! Понравилось, блядь! Ха-ха, я смог! Эй-эй-эй! Каналья! Че, тут еще кто-то появился? Нет, все. Прекрасно. Ты сейчас что делаю? Да Гель, читай, ты открой ты личико. Сука. На нахер. Окей, тут тоже есть что взорвать. Wait. Прекрасный выбор. Потусуйте там в углу. Ключберг. Отворот. Блять. Да ебаный по голове ты. Кто бы сомневался, я так и знал, что они сюда прибегут. Спи, блин, тварюга, тебя вообще никто не... Ой, ёбать. Че вас так много? Да пни их, блядь, ногой! По щам, вместо того, чтобы поднимать траву в иллюминаторе. И его зарежь. Ах ты, блядь. Сюда иди, дура. Зачем я их вообще убиваю? Я не знаю. Нахера они пошли? Отвали. Скажем дружно, нахер нужно. Оп-оп-оп-оп, стоп, перевернут и так далее там, как там было дальше-то. Сколько у меня патронов вообще осталось? Не. Не густо, но зато для шотгана до хрена. Кстати, о шотганах. А сейчас кто-то огребет. Ну, я просто знаю, что за воротами сейф. Ну, я уже знаю. Блять, я знаю, что они закрыты. Ну, возьми сам, используй ключ-то. Надеюсь, босса сейчас не будет. Хотя мне насрать. Это что сейчас было? Ну, это явно к боссу все ведет. Рано или поздно. Но, надеюсь, не сразу прямо. Мне дадут сохраниться перед тем? Нет, не дадут, сука. А это что за... Я уже... Устал вас ждать. Ты кто? Роман Салазар. Чего-то там...
А что это, пацаны какие-то нездоровые? Очень на хищника похоже. No thanks, bro. Да-да-да, круто-круто. Ой, да они вообще какие-то упоротые. Ладно, это все болтовня, это даже переводить нет смысла. Типа он говорит, ты ну, нехороший человек, а ты... А он обратно ему говорит, ты сам ты. Умри в огне моей ненависти. Окей. Это мы еще посмотрим. Я никогда в них не превращусь. Никогда. Как будто ты можешь это как-то контролировать. Мы найдем лекарство. Ну, вообще-то это Луис вам найдет лекарство. А вы сами... Блять. Ну, офигеть теперь. Сейф, естественно, с этой стороны. А, ну, отлично. А, вот он. Супер. Отлично. О, а в горшках есть что? Нет? Точно? А если подумать? А если подумать, есть. Ну, смотри, сколько камней я уже нашел. Они явно неспроста. Они... Слушай, а надо было мне купить у этого мерчанта сраного камеру. Карту с сокровищами, наверное, да? Наверное, стоило. Чем я сейчас и займусь? Но этого вы уже не увидите. Такое мое мнение. Я просто туда сбегаю и куплю карту. Благо недалеко. Ну а на сегодня все. Шарьте лайк этим видео, оставляйте ваш фидбэк, наши книги для жалоб и предложений, а наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.